цветочки принес тебе. Можно. Сень, иди в тазик залезай. Едем в пеноплату, да? Пеноплата называется? Да, пеноплата. Пеноплат. Едем мы вдвоем, первый раз, без Андрея. Very house. Very... Гипермаркет? Нет. Very house. Называется, я записала. Едем без Андрея, без знания английского языка. Дай Бог вернуться назад. Едем с Сенечкой. И с Роденькой едем. Роденька. Папа! Папа! Сколько? 200? Песо. Нет. 200 или 300? 300. 300, что трое человек. Окей. Садись. Почти не стали. Там закрыто. Да. О! Я к вам иду. Спасибо. Я покажу. Ой, какая маленькая. С мамой. Мама. Как ей нравится, что ты ее гладишь. Манго. Уна. Манго. Ага. Нет, только... Давай, открывай. Сейчас сниму. Я открою что-то. О, thank you very much. Спасибо.
Садись, сейчас мы передохнем. Сейчас сама выпивай дальше. Попьем немножко, а то все. Вот этот пописано сначала. Манговый. Да? Холодненький. Давай я возьму тебе. Я не хочу. Не хочу. Так, будем пробовать шейк манго. Манго, манго. Да, вкусно, хорошо они делают. А как они там? Не знаю. Настоящие манго. Да, я думаю, это много. Что хочешь? Давай купим пельмени. Сиумай. Бабушка еле объяснила. Дубом было не поесть. Чтобы нас не заставлять тут на жестах объяснять. О, thank you very much. Саламат. Кушай, ням-ням. Thank you. Спасибо. Рис, да, скажи. Попить. А, пить. Рис. Да. Сейчас вода. Вкусный ремешки. Суши, да? Ням-ням. Вот умничка моя, умничка. Я думала, здесь мороженое. Можно, да? Андрюшке надо такие вот дешевые. Все, пойдем. Ого, сейчас надо брать. 4-5. Да, синий как раз. Вот, все. Можно под чеснок еще. Вот. Ну, давай еще. Под чеснок. Все, хватит, я взяла. 30 песо. О, отлично. Ну, под чеснок что, ты эту взяла? Да, желтенькую. Ну, давай. Смотри, какие маленькие. Угу. Как настоящие. Вот. Это полотенце, да? Да. Ой, вот, я заметила. Возьмем им. Да какие же это больше? Вот, с дырочками, шоколадный, белый. А, ой, ну давай. Возьмем, да? Да, возьми пачечку. Попробую. Понравится еще? Да ты помахал? Нет, я просто что? Давай. Маленький возьмем на пробу. Папа, папа, папа.
ты манговый пьешь, да? Картошечка. Кушай картошечку, ням-ням. А что вам это? Надо. Хочу. Сейчас, да. Ой, какая вкусная лица. Да? Прям Макдональдс в Макдональдс. Лучше, чем Макдональдс. Бери мой хороший. Этот хочет. Сейчас бабушка подует тебя. Обиделся весь. Правда, какая вкусная. Тесте. Мишка. Так иди выбирай, мы подождем. Футболки, мама, еще пойдем. Сеня! Анечка, ты один поедет наш. Да. Сейчас. О, thank you very much. Ванечка, отходи. О, приехали. А ничего. No problem. No problem. Thank you very much. Саламат. Ванечка, отойди. Ваня. Где Ванечка? Где? Не знаю, слово. Ну все, приехали, слава богу. Да? Ванечка, беги сюда. Вот уже Ваня, мороженое. Быстрее разворачивается. Иди скорее. Ой, Ванечка. Это с мороженым. Давай, разверните. Ой, он, это что такое? Мороженое. Кто тебе купил? Все. Ленья. Козёвку мой, плещунки. Привезли вот в этом желтом, мам, для Ходит? Ванечки, да. Вот это машинки, это Моти. Дальше. Это Моти. Тут постельная. Кабанчик. Когда я был маленький. Ты любил, да? Да. А я сейчас это Ты делаю. Рад? Да. Ваня, спасибо, это салама. Держи. Это подписчики твои прислали тебе денежки, чтобы мы купили игрушки. Что надо сказать? Спасибо, это вам. Надо заводить их. Ванюша, Ваня, еще тебе подписчики прислали. Твои любимые кексы и Чупикина. Что надо сказать? Спасибо, но я про что-то забыл и сказал саламат. Звони. Звони бабушке. Алло. Может быть, Сережа повезем в больницу. Потому что телефон 7 часа. Ой, звони бабушке.
Алло, Сеня! Сеня! О, надо еще купить. Да. А вот два есть. Сюда такое мелкое, низкое, а туда уже такой побольше. Знаешь, как складывать? Вот сюда ложишь и вот так делаешь. Но я так не пользовался, я просто вот через эту дырку вставляю. Это